Лита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, моя любимая. Я продолжаю вас обучать аспектам доты. Рассказываю вам то, что не рассказывают другие ютуберы. Ну и как профессионал делюсь с вами опытом. В этом выпуске поговорим про такую вещь, как скрытый пул. Скрытый подбор. Сейчас она становится как-никак актуальна. Многие про нее начинают говорить. Я вам расскажу, что же это такое. Ну, во-первых, начнем с того, да? Во-первых, не факт, что эта вещь существует, но и не факт, что ее нету. Это известно только на уровне разработчиков. Они это не афишируют, но мы можем просто догадываться, что она может быть в этой игре. Ну и само собой, знание сила. Если ты будешь про это знать, то ты сможешь просто предотвратить себе плохую игру, друг мой лучший. Понимаешь? Скрытый пул. Когда ты начинаешь подбор игры, например, рейтинговый, да? И если в доте в данный момент находятся нарушители частые, которые попали в скрытый пул. Например, они там всякие ливеры, которые часто на ЛП попадают и тому подобное. И ты находишься в скрытом пуле, они будут попадать тебе в команду. То есть, игроки попадают в скрытый пул, когда нарушают правила игры, когда очень часто находятся в низком приоритете. То есть, например, ты попал в скрытый пул, нашел рейтинговую игру, играешь, и тебе таких же людей кидают в команду. Таких же нарушителей, как и ты. То есть, которые тоже, там, я говорю, оскорбляли, там, фидели курами, попадали на низкий приоритет и так далее. И ты с ними же играешь в своей команде. Шансы, конечно, побеждать практически равняются нулю. Насколько я знаю, некоторые люди говорят, что такая тема реализована там в одной игре, там, и еще в Counter-Strike. Такая тема тоже есть. То есть, когда ты часто нарушитель, тебе будут попадаться в команду такие же нарушители. Понимаешь? Безусловно, это огромная проблема, это прям беда. Что сделать, чтобы не попасть в скрытый пол? В первую очередь, сделать так, чтобы тебе не кидали, ну, репорты, и чтобы ты не получал низкий приоритет. Вот что самое главное. То есть, чтобы ты не был нарушителем. Еще раз, как это вообще может работать? Да как я это вижу, как программист? Все очень просто. Когда там люди входят в доту, да, нажимают поиск, они все попадают в таблицу, в базу данных. Просто таблица, да, такие записи идут, что этот человек, там, его адрес, там, и так далее, ищет игру, там, его пинг, регион, бла-бла-бла. И у этого человека там стоит просто одна циферка. То есть, или 0, или 1, да, циферка, скрытый пул. Опа, стоит цифра 1. И все. Если ты попал в скрытый пул, да, то Dota будет стараться подбирать тебе людей, которые тоже находятся в этом скрытом пуле. То есть такие же нарушители, которые часто попадают в низкий приоритет. И все. Начинается игра. У тебя в команде самые отбитые дауны. И шанс победить равняется практически нулю. Возможно ли обратно выйти из этого скрытого пула? Без понятия. Это невозможно узнать априори. Но чтобы туда не попадать, еще раз говорю, сделайте так, чтобы на вас не кидали репорты. Вы можете, в принципе, сами это проверить, то есть на своем аккаунте, да? Если вы попадаете в низком приоритете, то я уверен, что у вас очень плохая команда будет в рейтинговых играх, потому что они тоже с низкого приоритета играют, оттуда пришедшие. В комментариях напишите, вот по вашему мнению, сначала обдумайте все, возможно это или нет. Верите ли вы в скрытый пул, или вы думаете, что это полный бред?